159. Таким образом, учитывая то, что осталось кататься двум только участницам, Сотникова уже гарантировал себе присутствие на пьедестале. Нина Петушкова катается следующей. Нина Петушкова, ученица Жанны Федоровны Громовой. Нина Петушкова под такую оптимистичную очень музыку катается Нина Петушкова в своей произвольной программе. Алексей Мужуков, композитор этой песни,
Песня называется «Красная стрела», и, по-моему, исполняла эту песню София Ротару, если мне не изменяет память. И так здорово каталась, надо сказать, большую часть программы. Очень такой пролетный аксель у нее, высокий тулуп тройной, который она исполняла в «Каскаде». Вообще прыжки, так, по сравнению с некоторыми, конечно, высокие. И сегодня она была явно акцентирована на борьбе, на чистом исполнении программы. Аплодировала ей Жанна Федоровна. Вот лут предательский опять в завершении программы. Он бы многое мог бы изменить, но посмотрим. Еще, может быть, этот лут не так сильно повлияет на все. Все-таки Нина 95% программы выполнил чисто. Молодец. Или 90. Конечно, к сожалению, Нина Петушкова не самая артистичная фигуристка на свете, поэтому не всегда оценки за компоненты ей помогают жить, иногда они больше мешают. Сейчас в борьбе со своими соотечественницами. Может быть, поможет. Нина Петушкова в прошлом году была серебряным призером чемпионата России. 146 баллов она тогда набрала. Сейчас ей эти 146 баллов не дадут ничего. Она даже на пьедестал не попадет, если у нее будет 146 баллов, как в прошлом году. В этом году она больше 127 не набирала пока что. Проверочный, а тут бы такой настоящий. Тогда бы все было нормально, да? Здесь бы все. Ну, каталась она в этом сезоне на Капа в Раше, где заняла 10 место, 125 баллов у нее там было. И на Кубке России в первом и третьем этапах 5 и 3 место она заняла. И набрала, соответственно, 119 и 127 баллов. Вот такие у нее лучшие результаты в этом сезоне. Уже бы 4 балла. Видишь, все это набирается. Ну, как правильно говорит Жанна Федоровна, по нарастающей идет все у Петушковой. В любом случае, 4 место. 145-18. Ну вот то же самое, что и было в прошлом году. 146.